В Ивановской областной специальной библиотеке для слепых день рождения Пушкина решили отпраздновать размахом. К празднику сотрудники библиотеки и читатели тщательно готовились. Акцию, посвященную 215-му дню рождения Александра Сергеевича, торжественно открыли у входа в здание. Сначала гостям показали обширную выставку специальной литературы, книги с крупным шрифтом, контрастными рисунками и выпуклыми изображениями, а также аудиокниги. Затем посетителям особенной библиотеки рассказали о специальной технике. Есть здесь читающая машина, которая позволяет воспроизвести на аудио любой текст. Есть особый принтер, который распечатает текст шрифтом Брайля, а на компьютерах установлены программы с экранным и речевым доступом. Только экскурсиями библиодень не ограничился. Самое интересное, наверное, что будет у нас прокат фильма с тифлокомментариями. Мы предложим завязать глаза, может быть, чтобы почувствовать, как наши незрячие смотрят фильмы. Да? Будет у нас в программе «Собака-поводырь», как помощник незрячего человека. Это будет и танц-класс, тоже танцующие в темноте.